пришли? Так, начали смотреть много чего и пришли в итоге к называемому замку Пугачёвой-Галкина. Рассказывай, что видишь. Ну, сразу я увидела эту картинку, которая вывешена. Знаешь, как гобелен такой большой висит в этом, какие-то китайцы там или кто они, индонезийцы, дети бегают, там играют, все. Как жилой дом, комплекс такой огромный, не дом даже, а комплекс, замок. Вот для принцессы то все должно быть самое лучшее. Это то, что увидела, как в эфире висит. Потом, если заглянуть за эту картинку и посмотреть то, что на самом деле там происходит, вижу там какая-то система, которая идет как ограничение, или система, которая не подпускает внутрь. Та, что не дает даже считывать более на таких слоях, знаешь, более низко, скажем так. Потому что если смотреть, видишь эту картинку, которая висит в эфире. И там треугольная форма вот такая, вот кристаллы по углам, скажем так, почему-то не четыре, даже вот не квадрат, как обычно они любят квадраты, а треугольник, как призма. И идут разные кристаллы, наполненность, они взаимодействуют между собой, как-то перекрывают от одного до другого, и в то же время вверх достаточно далеко идет спектр, это защита какая-то. Не совсем понимаю, каким образом работает, но когда я сунулась, ко мне какой-то датчик прицепился. Что за датчик смотрел? Ну, дальше я смотрела, как выглядит это Датчик, здание на самом... да. Подожди, датчик, что за датчик, кто поставил? Это как, знаешь, как автоматически, если туда кто-то лезет, на него срабатывает и цепляет. Как, знаешь, как вот пробегаешь там мимо лопуха какого-то, и вот эти колючки на тебе цепляются. Вот. Кто туда залазит, на того автоматически цепляется, чтобы отследить. И что дальше происходит? Какая-то программа, как диссонанс, дискомфорт, она же рассчитана на тех людей, которые могут смотреть, которые могут подниматься на определенные уровни. Это идет диссонанс и полная как раз балансировка каких-то вот систем, что человек не может подниматься на те уровни и как становится безопасным именно для этой системы. Что за система? Никакой принцип этой программы. Датчиком. Это какая-то защитная система, вот реально защитная, просто не подпускает, не пропускает ближе, не дает смотреть то, что там находится. Логично, кто ее сделал? И... Мужчина, женщина, человек ли вообще? Я вижу человек, я вижу человеческую энергию и даже считываю, что это мужская энергия. Они мне идут как люди, которые выполняют приказы, вот как берцы, костюмы, но это в то же время какие-то радиоинженерные войска или что-то такое. Какая-то, я не знаю, частная, что ли, компания военизированная, не понимаю, что это. Не буду даже гадать, но вижу только, что они как устанавливают по периметру, вот. Но почему-то этот замок, я не знаю, как он выглядит на самом деле, мне идет, что тут именно треугольник, и почему-то постоянно идет указание этого треугольника. Как вроде это имеет какое-то значение, он отличается от квадрата масонского тем, что он имеет форму треугольника, но треугольник это тоже как бы их знак, да? Да. Вот. Более того, это выше, чем квадрат. Смотри, для какой цели это сделано, называемый замок. Он холодный какой-то, вот на энергетике не чувствуется там присутствие людей, во всяком случае постоянное присутствие людей не чувствуется. Сборище или... Не знаю, вот как собираются там сборы какие-то, приезжают часто много машин по каким-то дням определенным или даже без определенных дней, как по звонку или по запискам каким-то. Не знаю, как теперь можно в этом мире записками пользоваться. По-моему, это время прошло, но мне идет как узкая свернутая кусочек бумажки. Да, может, курьерами это... рассылают специальные символы, знаки. Мало кто может понять. Смотри, кто получает. Сколько человек, что их объединяет?
Люди, которые туда собираются, они все хорошо знакомы между собой, и они как-то разношерстные. Я не могу сказать, чтобы возрастные ограничения какие-то были там, и те, которые помоложе, и те, которые постарше, и обратно же какая-то странная тусовка, в которой присутствует и человек, ну, и мужская, и женская энергия. Это не то, что, как мы видели, масоны больше там мужская, а женщины только на вторых каких-то ролях. Здесь я вижу женщина, женская энергия тоже присутствует. Вот полы, обратила внимание, что полы — это шашечка какая-то, вот такая вот черно-белая. Шахматы Вот, типа, да. да, помещение шахматное, да, помещение холодное, редко используемое. Подвальное помещение используется больше всего или больше всего по энергетике самое значимое, то, что там находится. А сверху это просто как вечеринка, как до того, как спускаются вниз и после того. А когда вниз спускается, что происходит? Там ритуалы какие-то они производят. Смотри, что за ритуалы. Некоторые из этих людей думают, что это еще шутка. Те, которые помоложе, или те, которые недавно присоединены, но там случайных нет, они как-то нервно улыбаются все, когда туда спускаются. Для них это не имеет. Они думают, что как вроде бы страдают какой-то ерундой, что это они задумали такое, как маскарад. Им как балахоны какие-то у каждого там или свой, или выдают, это я не понимаю. И они принимают участие в каких-то, я не знаю, что такое, какие-то мессы, что за мессы там они производят. Некоторые люди не совсем нормально до этого относятся, не в том плане, что они нормально, не совсем серьезно. Они думают, что это часть какого-то глупого ритуала, то, что уже давно отжило. А на Но они мессах-то все что равно происходит? подчиняются этому Поют, требованию танцуют, большинства. сексом занимаются. Что это такое? Сексом занимаются, да, и там какие-то приспособления, я не знаю, вот что растягивает там или удерживает, как, ну, Кого? людей. Не совсем понимаю, какие-то вот как зажимы или вот то, что вот, ну, станки какие-то, что-то. Не могу сказать, так или Каких людей? А тех, кто участвует в балахонах, либо других? те, что участвуют. А, они участвуют, а потом их зажимают, получается. Но у некоторых это как посвящение какие-то. А что с ними делают потом? Я же говорила, что там еще молодые какие-то есть, которые нервно к этому относятся немножко как. Им наносят увечья и занимаются, не знаю, как секс или насилие, что это больше. Понял. Ну, это клуб Садамаса получается просто. Нет, это не совсем круг Садамаса, там какие-то ритуалы еще есть, кроме этого. Это как поклонение кому-то, чему-то. Ну, как обычно, Садамаса под сатанизм. И сатанизм очень близко. Ладненько. А убийства там бывают? Хотела бы сказать, что нет, но вижу какие-то души там на уровне цокольного этажа. Что объединяет этих людей? Профессия, может быть, какое-то Да, занятие еще другое. в каком-то, вот так, как ты сказал, именно и идет и профессия, и какое-то занятие. Это как не только те, которые вот как поют, там это вообще вот вся группа ихняя такая, вот как богема какая-то, масс-медиа, кто там еще.
избранные, те, которые считают себя элитой, слипками, творческими натурами, но не все, которые поют там. Другие направления какие-то тоже есть. Что-то ну, сходное, продюсеры, похоже. Там еще что-то, да-да-да. Всякие композиторы и все прочее, скажем так. Выходи из этого, поднимайся, отключайся. Смотри меня. Есть ли где-то какие-то структуры вокруг чужие? Приток энергии, отток энергии, пустоты. Со стороны, вот сзади, если на спине взять позвоночник, где-то начиная от 6-7 позвонка и заканчивая где-то в районе поясничного отдела, там вот такой вот, как вытягивает что-то из тебя, или это структура просто, вот как пространство не структурировано, как пустота там какая-то. Треугольной формы, вот просто вот туда далеко шлейф какой-то. Но я не могу увидеть сейчас, что там. Мне идет как понимание, что просто пустота, что-то незаполненное. А что было там до пустоты? Подключки какие-то. Шлейф. Когда они исчезли? Когда они исчезли? В разное время, не все в одно время. Посмотри ближайшую, которая была там. Что это была за подключка? Дня, наверное, три или четыре, вот не совсем, ну, совсем недавно, может, ну, около недели. Там что-то было, как плавник какой-то у тебя. Плавник, круто. Ну, а вот плавник что-то. Мой, либо с какими целями он был? Я даже не знаю, твой ли это, потому что за него другой человек держался. Прикольно так кататься, слушай. Что за человек? Знаю, мужчина. Имя есть? Что он делал со мной? Есть, но сейчас он уже плохо различим на уровне человеческом. Плохо ему, наверное. Наверное, давай сделаем еще хуже. Ломаю его. Хорошо. Позвоночник. Смотри. Вот если район где-то между лопатками, чуть пониже, один позвонок как лопнутый, там был какой-то пластилин, сейчас этого нет. Хорошо. Но тебе бы его восстановить, Не чтобы он самый. лопнутый не был. Да, со временем самый. Там обкусана. Хорошо. Нырни в прошлое, возьми кусочек пластилина и кинь в эту тусовку, которая с Пугачевым, Вой и Галкиным. Поняла. И на Елизавету заодно. Да, я просила этот, как ты сказал, сразу. Это как, знаешь, не знаю, как это, плоскостной взрыв, вот так, и они на две части разделяют. То, что человеческое, то остается, а то, что нечеловеческое, оно как отодвигается, падает вот в сторону. Ну, во всяком случае, напополам разделяется. И на Елизавету заодно. Там какие-то повреждения более серьезные, они изнутри все полностью вот поражают.
Вот копия Елизаветы есть, пусть на все копии распространяется. Посмотри ее эхо, как бы на уровне вибрации, ее чуть-чуть тронь, и вот такие же, кто их, где еще звенит, Да, еще загорается. не очень далеко звенит какая-то девочка и все. Но это вообще только маленький резонанс, она не соответствует тем вибрациям. Просто что-то Хорошо. подобное. Ну, тогда и подобное объединить в одно. Пусть подобное притягивает подобное. Все хорошо. Смотри дальше меня. Вокруг. Затылок там, например. Спереди, может быть, на уровне чакры воли, половой чакры, пустоты какие-нибудь. Там внизу какой-то вот такой полукруглой формы какой-то предмет. Ну, скажи, что за предмет. Потрогай его там. Что холодное, железное. Кто поставил? Если железный, то не мое получается. Кто поставил? Идет информация, какое-то магическое воздействие. Оно как собирается из нескольких, знаешь, как несколько частей, как эхо там, эхо там, эхо там. И подпрессуется все и становится как железное, твердое, холодное, и как замыкает, перекрывает. Так, а кто и когда поставил? Зачем? По-моему, там идет таким образом, что нужно как пластинку каждую по-разному рассматривать. Но тот, который архитектор, скажем так, который это все объединил, да? Или я сомневаюсь, чтобы у тебя такие знакомые были. Она похожа на какую-то бабу-ягу. Вполне. Когда? Мне сколько лет было, Эти. если Идет это баба? информация первая, то, что было присоединено, это было лет 30 назад. Ты подросток. Да, могло. Есть такая учительница английского. Копия Баба-Яга. 1,60 м, нос. Вот реально Баба-Яга. Учительница английского могла поставить приворот, ибо реально Баба-Яга ведьма. На молодое свежее мясо. Ну, не приворот, но некая симпатия, но как кусок энергии прилепился туда. Это могло. А потом туда могло на это. Ну, учительница-то я типа открыт. Впитываю информацию. Ну, реально Баба-Яга. Я вижу. Колобок такой. Волосы такие лохматые, взъерошенные. Это уже после причесывания. Ну, на это снова что-то могло потом сверху налепиться, либо это хорошо упрочил кто-то. Именно реально инженер. Кто итоговую конструкцию-то собрал? Это более важно. Но я почему-то вижу там мужскую вот волю. Вроде Так, бы это кто? должна быть вот вторая чакра, это же все-таки открытие женской энергии, но я вижу, что мужская воля. Как тот, кто крутит отвертку, закручивает все, собирает воедино вот эти все слои. Да, я вижу руки, я пытаюсь дотянуться до лица или дернуть за руку, чтобы лицо увидеть. Почему-то очень плохо идет картинка. Лицо, вот контур вижу лица треугольной формы какой-то. Вот не совсем треугольной, но знаешь, есть такие узкая борода, вот здесь вот на уровне скул пошире. Я не знаю, кто он.
Он идет как врач какой-то. Смотри, личный мой контакт был с ним? И когда он это Да, сделал? был. Да, был у тебя личный контакт с ним. Сколько мне лет было? Да, это было не очень давно. Не совсем понимаю, 5-7, вот, ну, недавно сравнительно. Он был каким-то врачом, ты пришел к нему именно со своими проблемами какими-то. Вот, обговаривал ты с ним что-то там. Диагноз какой-то, методы лечения какие-то. Меньше, наверное, его по времени, чем 5-7 лет. Тем летом было так-то, я не помню. Чтобы вспомнить, какой город, это бы уточнило. Ладно. И цель этого всего. Его интерес какой. Может быть, что где-то за пределами России. За пределами России это в теории может быть, потому что, да, я заболел и пришел к доктору, и он, да, попробую. Ну, это здесь был, Бангладеш был. Слушай, а не может быть где-то на территории, не знаю, почему-то туда ближе к Китаю идет? Ближе к Китаю нет. Не знаю. Ну, если это возле Китая, то это, ну, Московск, потому что там китайцы уже построили завод и типа живут. Это ближе к Китаю, да, там на Московске вам надо повспоминать, что за, к какому доктору я ходил. Да, это могу, я там жил с 15 по 18 год. Я мог ходить к доктору, да. К зубному точно ходил. Да, стоматолог идет. И что ему надо? Зачем он там не сделал? Ему ничего не нужно, просто активировалась программка. Все-таки тогда поступил через него, но не он сделал. Смотри, кто сделал. Так, сейчас через него. Кто-то посмотрел на меня, собрал несколько составляющих и впихнул в эти чужие энергии свою энергию, то есть переделал, по сути. Как две составляющие безобидные дали третью. Два химических вещества дали третье с другими свойствами, грубо говоря, взрывчатку из двух нейтральных веществ. Такое вполне возможно. Формулу говорить не буду, но полно таких примеров. Смотри, заказчик, чья воля именно. Да, я могу тебе его описать, но кто он, абсолютно не знаю. Это вообще мужчина, не важно. Он, да, он, ну, где-то 1,80 м такой высокий, может, чуть поменьше. Тоже не важно. Ростом, но... Ложа, цель, заказчик. Чего меня лишить, куда направить, перенаправить, изменить что? Суть. Подпитки энергии, взаимодействие, взаимодействия, половая сфера, чтобы энергообмена. только в железо уходило все, да. Постоянно был на нуле, и не было подпитки. Ни от женщин, ни от общения, ни от чего. Я понял, когда это поставлено, и что он еще делал, кто его заказчик, Там чего он какие-то боялся. страны. Там какие-то странные стрелки от него идут в одну сторону и в другую сторону. Как по времени он собирал, знаешь, не стрелки, а скобки, вот как в математике, вот так вот. Как я попал в сон ее внимания? От чего он меня хотел увести? Зачем ему это надо?
Он получил приказ. Так. Там смотрящий есть. Ты Это что сказал, за смотрящий? не смотреть не важно, но там смотрящий есть тот, который ему передал этот приказ. Вот это и есть суть. Ограничить тебя. Внешность не важна. Так, где там? Да, ограничить тебя и где там? Ложа, структура. Я могу сказать город. Город, говори. Я вижу, что это Москва. Вот Логично. такой большой этот, как Дом Советов. Угу. Купол здания. Угу. Когда это было и с какой целью? Чем я им помешал? В чем меня ограничить? Ну вот именно то, что я рассказала, это и есть и цель, и метод, и способ ограничения. Стрелку или скобку эту отправили в прошлое и в будущее. Это было сделано на уровне 15-го, 18, нет, 15-го года. Вот как перекрывает радиус действия и туда, и в прошлое, и в будущее на какую-то часть. Соответственно, в 2015 году они что-то уже узнали обо мне. Посмотри, что они узнали. И кто, и как узнал. Потому что Да, в канала еще не 15-м. было, я сильно не светился. Нет, в 15-м году уже узнали они, как видели тебя, как какой-то радар тебя мог вести, и они видели в тебе часть чего-то, то, что принадлежит не тебе. Они считывали энергетику той, от которой получали информацию, и видели это как, вот как, мне почему-то идет вместилище врага, хотя это же была их мамка, она не была врагом их, но тебя они считали как врагом или вместилищем врага. Вот что-то вот именно, вот дословно так идет. Так, а как они меня, каким даром нашли? Там луч какой-то, вот как ты шел и за тобой светилось, они тебя видели. Или могли тебя вести, вот где бы ты ни находился. Это чье-то сознание вело, либо это техническое устройство? Это что-то сознание, ты кому-то был открыт, какой-то парень с каким-то, я не знаю, что ты с ним делал, занимался мужчина. Это не парень, это мужчина какой-то. Почему-то ты его воспринимал как инструктора. Не знаю, что это за инструктор. Сколько мне было лет при этом? Около 20 уже. Чё за инструктор такой? Особенно Не знаю. взрослый. На права не учился, учился в универе. Ладно, я подумал. Сексом с мужиками не занимался. Вот точно. Ты бы его инструктором вряд ли называл. А это да. Он тебя Инструктор чему-то учит, парашютного вот. спорта. По спине тебя что-то хлопает, вот ты молодец, он что-то тебя учит. Может, Преподы так больше. подходят. Нет, не препод. У вас более такие отношения, не то что дружеские, но не такие официальные, как у преподавателя и студента. Человек, который Заинтриговал. дает какие-то знания, я не знаю, Илья, может старше, может 22, может 23, может, ну, плюс-минус. Я Где ты повспоминаю. учился? Да, вспомнишь. И чему? Ладно, принял, подумаю. Информация придет, вот. Закрыт. Раз закрыт, значит, от него закрыли. И сейчас как будто кто-то смотрит, не дает мне вспомнить. Смотри, кто сейчас мне вот сейчас не дает вспомнить, кто со мной работает. Программа стоит от этого же человека. Это как автоматически перекрывается. Какой-то, ну блин, не Петрович. Ну не знаю, как Илья, не могу тебе понять. У Он как меня выстрел. отец Александр Петрович, и кроме него, пожалуй, никто меня ничему не учил, особенно в те времена. Но я вспоминаю.
Эта программа таким образом сделана, что она должна автоматически запуститься и потом вырубиться, полностью стереться. Угу. Вместе со мной, с воспоминаниями и со всеми моими так называемыми отношениями. Стирая еще и девок при этом. Всех женщин, с которыми я контачу. Есть такая программа, как замочек висит. Именно стальной такой навесной замочек. Дуговой. Смотри, кто ключик. Кто закрыл и куда делся ключик. Поднимайся. Над и под человеческим уровнем. Ты опять на уровень человека вышла. Можешь что-нибудь зацепить. Потому что эмоции, эмоции это человеческое. На эти вибрации ходишь, эмоциональные. Да, все нормально, поднялось. Хорошо. Удобнее-то сесть, ну ладно. Кремль, ложа Кремля. Да, здание с куполом, оно. Да, там ложе несколько, одна из них следит вот такие потенциальные угрозы. Они же солнышко грохали, твари. Замочек забрали, не замочек, ключик забрали другими путями. Там шли какие-то окольные пути, очень длинные, вижу, как путь. Угу. Где через он сейчас? Мужика, через мужика, через женщину и обратно тем же путем отдали назад. Ту же структуру примерно. Угу. Сейчас он где-то есть? Ну, примерно там вот та ложа, которую ты смотрел. Там, как, я не знаю, забирай, сейфи, там много открывай. Каких-то вещей хранит. О, все вытаскивай, отправляй домой. Все тебе отдавать. Можешь себе оставить, можешь отправить, потому что это все чужое, можно все уничтожить. Хорошо. Вместе со всеми принадлежностями. Если это не наворованное чужое, а отправляй людям. Если это какие-то структуры, которые удерживают других людей, аннигилироваться. Смотри, просто вот как ведешь вот там двумя ладошками, условно, я это всю эту кучку. Чужое уходит. Если это просто непонятное изменение структур, приводится в первоначальное. Если это что-то удерживающее других людей, это уничтожается, аннигилируется.
Да, хорошо. А если это моя штучка, мне ее забрать можно? Конечно, нужно. Все, что понравится. Нет, это не понравилось, это действительно моя. Хорошо. А как она там очутилась, скажи? А я не знаю. А вот посмотри. Когда она была у Украли, тебя, наверное. потом... Ну вот когда украли? И как? Очень интересно, как у тебя можно что-то украсть, скажи? Ко мне куча вернулась вещей, смотрю, аж прям потяжелел. Удивлен. А вот у тебя как можно украсить? Так у меня-то, знаешь, Мне собраться, только подпоясаться. Мне ни хрена нету. А сейчас куча вернулась. Странно. Я думал, у нищего нечего красть, а оказывается, есть что. А помнишь, как меня по башке стукнули и кокошник мой забрали? Ну, укусить пытались, не забрали. А Ну забрали, вот. оказывается. Да, оказывается, забрали. Охерели. Ну, одевайся и маячок туда, чтобы он автоматом возвращался. А, вот что мне так чуть потеплее, поплотнее стало. Мой же кокошник тебе подарен, к тебе вернулся. Отлично. Проворонила, скажем мягко. Как так? Когда Даже они не удалились, знаю. скажи? Даже не знаю. Месяца полтора назад. Что это было? Больше. Нет, больше, Смотри, чем полтора. чьи ручки его сняли? Да, помнишь, меня по башке треснули, когда я хотела Путина посмотреть? Я еще там отлетела, ты с меня смеялся долго. Или какой-то еще раз, когда я там подставилась, я просто вижу, что меня как шарахнули, и я отлетела. Ну ты Я же любишь давно так это, не... да. Я же давно так не подставляюсь. Да. Минут 20, наверное. С крайнего раза. Ладно, я эту группу потом в полосатый купальник как поизучаю. Давай напоследок глянем. Вообще, забираем все чужое оттуда. Открываем все пути, чтобы люди тоже забирали. Там они лихорадочно пытаются Хабаровск успокоить. А нечем. Ибо я все блокирую. Мы же начинали с востока чистить. Вот оно и пошло чистка. Да, еще там Люди меня просыпаются. звучали Хабаровск. И это тоже, да. И пошло. Владик, Хабаровск. И дальше пойдет сейчас. Следующий, наверное, Якутск. Там потребуют освобождения шамана. Я надеюсь. Надеюсь. Надо будет кинуть идею. Скоро. Так. Смотри, детский сад. Что-то они какие-то хмурые. Что у них хмурые, скажи? Может, просто усталые или какие-то вот плавают. Ну, почему устал? Как амебки. Где они плавают? Что это они из воинов стали? Кто их сглазит? У них сонастройка с тобой. Ты как ты себя чувствовал, я не так само. Вот как... Ну, Плавают, часто я всплывают, что они делают. просыпаюсь, да, сколько их там? Мало, 2400. Ну, это уже нормально.
Пути открыты, ходят туда-сюда, все нормально. Посылаю там, где они бухают, в родной мир. Там как закрыто что-то, ладно. Тот закрыт-то. К родственникам. Как илом затянуто, а почему? Ну вот посмотри. Как шлюз какой-то. Кто поставил? Мера безопасности. Чья? Проход есть, но в то же время он узкий. Мы поставили, они кто? Да, сразу мы поставили, потом они поставили. Кого этот шлюз пускает? Практически никого. Да. Даже нас. Я могу руку просунуть. Так. Смотри, черти могут пройти? Могут. Хорошо. Ну и солнышки, если захотят, ну, пусть пока там будут. Не очень. Ладно. Светит. Естественно, здесь страшно и темно. Им там лучше. Я их сам туда отправил. И там у них теперь есть магия. Хозяева, люди, все хорошо. Так, этих надо пиздов распотрошить, растормошить. Да, свистни, они построятся. Дай команду. Хорошо. Хорошо, я с ними сейчас позанимаюсь перед сном. Всплывай. А, слушай, глянь Вику. Какую? Твою. У нас много Вик общих знакомых. Регрессолог шоу с альфа-регресса. Знакомую нашу. Ладно, а что такое? Запись.